Сборная России проиграла немцам со счетом 0-3, причем уже в первом тайме, причем проигрывала, в общем-то, начиная с самой первой минуты, если не считать, что на забитый первый гол немцам какое-то время все-таки потребовалось. Я не буду критиковать тренерский штаб, тем более, что вы прекрасно знаете мое к нему скептическое отношение. Я хочу поговорить о ряде аспектов, которые мне представляются существенными. Ну, во-первых, мы играли с немцами. Немцы являются представителями элитного дивизиона, Лига наций, турнир дивизионный. И таким образом как бы восстанавливает наше представление о принятой в мире футбольной иерархии. Сборная России близка к тому, чтобы подняться выше дивизиона Лиги наций. Когда будем играть, правда, я пока сейчас точно не помню, но рано или поздно это предстоит. И там получится, что там играть с командой Германии или равной ей. И вот что нас таким образом с этим ждет. Да, матч товарищеский, но, знаете, он товарищеский был и для немцев. И немцы в последнее время выступали не особенно уверенно. Так что этот результат значим. Что еще значимо? Много говорится о том, что сборная России играла не сильнейшим составом. Много травмированных. Это чистая правда. Но, друзья мои, вот, допустим, травмирован у нас мой любимый, вы знаете, Артем Дзюба. Капитан команды, уважаемый человек, прекрасно провел чемпионат мира по футболу. Но год назад сборная готовилась к мировому чемпионату. Играла тоже с сильными соперниками. В основном им проигрывала. И вы знаете, Дзюбы в составе не было. Его не готовили к чемпионату мира. Как незаменимого его не рассматривали. Как незаменимых рассматривали защитника Васина, защитника Джикию, которых потом на чемпионате мира не было. И в конце концов сборная на чемпионате мира сыграла все-таки очень прилично, по крайней мере по результату. Игра нравилась не всем, но сейчас мы говорим не об этом. Что в этой связи кажется мне существенным? В сборной России на самом деле нет незаменимых игроков. Но незаменимым было то, что команда вместе, целенаправленно, консолидированно и, главное, правильным образом провела подготовку к этому турниру. Она была хорошо готова физически, она была хорошо готова тактически к конкретным соперникам, мы это уже хорошо знаем. И вот сейчас, когда форма минула физическая, когда состав так иначе распался, из него ушли ветераны, не будем забывать, из него ушли люди, которые сейчас сидят в тюрьме, так и не попали в команду. Ведь Ари, на самом деле, он же не вместо молодого Игнатьева, он же не вместо травмированного Дзюбы, он в сущности вместо сидящего Кокорина, который в любом другом случае, конечно же, играл бы в этот раз за сборную. Кого в этом винить? Нужно ли вспоминать, где родился Ари? Думаю, что не нужно. Но вернемся к теме. Иными словами, сборная России, она как кинжал. Она хороша в нужный момент, хорошо отточенная и применимая вот просто вот точечно в нужное место. В любом другом случае, им можно еще и картошку чистить, сало резать, там, не знаю, что еще, мясо крошить и выковыривать из абрикосов косточки. Не всегда им можно нанести точный разящий удар. Вот сейчас сборная России приближается к своему естественному, то есть разобранному состоянию. И на фоне этого, собранная сессионно на несколько дней, она, конечно же, уступает сборной Германии. Важно уступит для нас сборной Швеции. И это мы узнаем только вот в момент этого самого матча. Кстати говоря, он может и не оказаться решающим, потому что шведам еще с турками играть до того. И, может быть, мы и так выйдем из Лиги наций. В любом случае, игра со шведами очень интересна, потому что шведы – команда не близкого нам стиля, но сходных с нами ценностей. Они очень хороши, противодействуя сильным соперникам. А сейчас получается, что так или иначе нужно играть на победу, придумали что-то свое. Вот так я смотрю на игру сборной России с командой Германии. В каком-то смысле нам указали на наше место. В каком-то смысле нам указали на наши недочеты. Но я думаю, что нам еще и указали на то, что мы хороши в определенных условиях. А это нормально для команды средних возможностей. Вот, собственно говоря, и все.